11 мая «Рубин-2» принимал на своем поле футбольный клуб «Уфа». В предыдущем домашнем матче казанцы неожиданно обыграли лидера зоны Урал-Поволжья «Нефтехимик», тем самым позволив сократить команде из столицы Башкортостана отставание от нижнекамцев до 3 очков. В отчетной встрече рубиновые могли вернуть «Нефтехимику» комфортное преимущество и помочь им выйти в ФНЛ. Главный тренер «Рубина-2» Радик Гадеев выпустил на игру следующий состав. Юрий Нестеренко в воротах. Четверку защитников составили Бабаназаров, Хайрутдинов, Туршаков и Кибардин. В центре поля вышли Зайцев, Петрола и Косинчук. В атакующей линии Хасанов и Шадрин с флангов помогали Руслану Галиакберову. В самом начале матча уфимцам удалось открыть счет. Василенко замкнул подачу партнера со штрафного. После забитого мяча Уфа продолжила атаковать и на 10-й минуте едва счет не удвоила. Казанцы быстро пришли в себя и создали неплохой момент, однако Галиакберову не удалось воспользоваться выходом 1-1. Уфимцы, в свою очередь, продолжали нагнетать давление на ворота Нестеренко, и на 20-й минуте им удалось забить 2-й мяч. После затяжной атаки Козлов упрочил преимущество гостей. Казалось, что исход встречи предрешен, так как команда Андрея Кончельскиса очень мало пропускает в этом сезоне и умеет грамотно засушить игру. Однако на исходе тайма казанцам удалось отквитать 1 мяч. Михаил Петролайк отлично личным пасом вывел на ворота Галиакберова, и нападающий забил свой 10-й мяч в этом сезоне. В принципе, ничего не предвещало к такому, можно сказать. И моменты были, могли забить, вместо того, чтобы забить 3-4 гола в первом тайме, во втором мы пропустили. Некоторые футболисты не осознают еще, что надо играть в футбол до конца. Второй тайм прошел в обоюдоострой борьбе. Команды поочередно создавали неплохие моменты. Гости могли упрочить преимущество после хорошей атаки уже в начале второго тайма, но защитники «Рубина-2» успели накрыть уфимцев в последний момент. На 59-й минуте Петролай, который в этом году пополнил команду из интерната, классные передачи нашел штрафной партнера. Однако последнему не удалось переправить мяч в ворота. Совсем другой уровень футбола. Быстрее скорости приходится, быстрее думать уже. Привыкаю потихонечку. «Рубин-2» владел территориальным преимуществом, однако извлечь из этого выгоду долго не удавалось. Уфа грамотно оборонялась и практически не позволяла казанцам создавать что-либо опасное у своих ворот. Однако настойчивость рубиновых в итоге принесла результат. Уже в добавленное время Роман Косинчук отличным ударом сравнял счет 2-2. Очень много можно полезного почерпнуть после таких игр. Здесь не только то, чему учились и обучаемся, здесь я имею в виду технические моменты какие-то, тактические, а кроме того, вот это вот, то, что касается бойцовский дух, то, что касается игры изо всех сил, вот такие компоненты. Я рад, что сегодня у наших ребят это получилось. Таким образом, казанцы сумели отобрать очки у главного оппонента «Нефтехимика», которые в итоге наверняка скажутся на итоговом расположении команд в таблице. Следующий домашний поединок «Рубин-2» проведет 24 мая с командой из Сызрани.